«В интересное время живем» – фраза буквально и точно передает весь спектр эмоций и мыслей, наверное, каждого. Только вот восприятие происходящего у всех индивидуальное. Кто-то под напряжением живет и не ломается, а для кого-то возникшая проблема – повод для глубокой депрессии. Одно точно – стресс в жизни практически любого человека может возникнуть и принести неприятные последствия. Теме «Стоп-стресс» посвятили семинар в гостиничном комплексе «Планета IQ». Запросы по стрессу последние 4 года, они максимальны. Конечно же, мне захотелось создать цикл семинаров, которые будут способствовать людям в сложной жизненной ситуации, мамам в сложной жизненной ситуации, выходить в том числе от стресса. И эта тема не единственная, мы будем продолжать. Поддержать мам в трудной жизненной ситуации, оказать психологическую помощь семьям участников СВО, защитников Отечества, мамам с особенными детьми, чьи дети проходят реабилитацию в центре Тоша и Ко, решила руководитель комитета благотворительности Союза промышленников и предпринимателей Иволга, руководитель центра дела Даниловой, директор благотворительного фонда «Доверяю» Ирина Данилова. На данный момент будем говорить о женщинах, которые несут на плечах на своих очень много затрат, очень много сил, очень много эмоций, в том числе работы, семьи. Очень много женщин подвержены стрессу. Этот стресс может быть разный. Он может быть гормонального фактора, эмоционального фактора. Он может быть накопленный. Он может быть детский. Мы сегодня будем давать достаточно много таких ключей интересных для тех, кто у нас сегодня собрался. И я надеюсь, что свою пользу этот семинар окажет. Все участницы смогли не только рассказать о себе, но и получить адресную психологическую поддержку. Это в первую очередь рекомендации, как вести себя в стрессовых ситуациях, как понять проблематику и какую использовать литературу для выхода из надвигающейся депрессии. Конечно же, самый первый совет, который я могу дать, когда мы начинаем читать книгу, 68% стресса у нас уходит. Но читать ее надо обязательно спокойную книгу. Конечно же, не триллер, не какой-то там ужастик. Да, мы должны читать спокойную, хорошую литературу. Сразу же мы от стресса этого избавимся. Данный семинар, безусловно, полезен таким мамам с особенными детьми. Это немаловажный фактор встречи, так как нам проще и легче общаться. И благодаря Ирине Александровне, дело Даниловой, она умеет собрать количество родителей, то есть собрать сообщество, где нам легко и комфортно вместе общаться. Я считаю, что такие семинары нужно вводить в регулярные. Особенно... Я не могу сказать, что это именно для родителей детей-инвалидов нужно. Нет, сейчас очень большое количество людей находится в стрессе, в котором мы просто сейчас находимся в связи с сложившейся ситуацией. Я считаю, что это нужно как можно больше доносить до общественных масс, помогать людям не потеряться в этой жизни. Анна Балиет, Лилия Тимиева, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.